День зарплаты – это всегда праздник, тем более, если он сопровождается такими вот сюрпризами. Да ладно? На целых 10 тысяч больше дали. А, это, наверное, мне премию дали за хорошую работу. Стоп, а если это ошибка какая-то, и мне эти деньги вернуть придется? Или все-таки можно как-то сделать, чтобы их оставить себе? Во-первых, это какой-либо клиент мог отправлять перевод, например, и ошибиться в номере счета и указать ошибочно ваш номер счета. Затем это может быть работодатель отправлял зарплату, и бухгалтер ошибочно перепутал счета местами. Тоже такое бывает. Бывают какие-то технические сбои в банке. Эх, дежурная, знаешь, что если на твой счет ошибочно поступили лишние деньги, то по закону ты их обязана вернуть отправителю. Если же это произошло из-за технического сбоя или счетной ошибки банка, денежки также придется возвратить. Поэтому, обнаружив некую сумму сверхожидаемой на своем счету, следует сразу же обратиться к сотруднику банка. Вам необходимо написать заявление на возврат этой суммы. Потому что в любом случае, если даже вы сами не обратитесь, банк на вас может выйти самостоятельно и сообщить вам о том, что ошибочно вам была зачислена сумма на ваш счет. Ну а если я не согласна с позицией банка и считаю, что эти денежки я могу оставить себе, что тогда? Последствия указанных действий является, может быть квалифицировано по статье Гражданского кодекса как неосновательное обогащение. В последующем банк имеет право обратиться в суд для взыскания с вас указанной суммы. Если банк докажет неосновательность твоего обогащения, то наряду с основной суммой долга он вправе будет взыскать с тебя проценты за пользование чужими денежками. Они начисляются с того момента, как ты узнала или должна была узнать о том, что на твой счет поступили лишние денежные средства. Но если банк ни при чем? Если это на работе у меня что-нибудь перепутали? Если ошибка произошла по вине работодателя, нужно смотреть каждый конкретный случай. Гражданским кодексом, действующим законодательством, предусмотрен только несколько случаев, когда излишне выплаченная заработная плата подлежит возвращению, в том числе в результате произведенной счетной ошибки. Ну, также работодатель, либо вы миром решаете этот вопрос и возвращаете денежные средства, либо также работодатель вправе обратиться в суд для урегулирования возникшего спора. Имей в виду, что работодатель, согласно Трудовому кодексу, имеет право удержать из твоей зарплаты излишне уплаченную сумму не позднее 1 месяца со дня ее начисления. Но только при условии, что ты не оспариваешь размер ее удержания. В общем, понять, воспользоваться ли этим подарком судьбы или нет, можно только в конкретном случае. И в моем конкретном случае чувствую, что я пролетаю. Ну вот, я же говорю, с бухгалтерии звонят. Алло, что? Мне премию? Спасибо. Все-таки какая хорошая работа у Ирины, дежурной по рубрике. Пойду-ка я свою премию потрачу.